Ежегодно в Южной Корее дебютируют едва ли не сотни новых групп, из которых мы с вами вряд ли сможем назвать даже половину, а действительно успешными становятся и вовсе единицы. Причина тому – высокая конкуренция. Рынок перенасыщен, зацепить зрителя становится все сложнее. Новые артисты не приносят дохода, и маленькие компании разоряются одна за другой, а их группы исчезают, так и не успев засиять. Но не всегда дело в деньгах. Или не только в них. В этом видео я хочу рассказать вам о группах и артистах, которые прошли через большие сложности или вовсе закончили свою карьеру из-за токсичной реакции общества. О том, какой ядовитой бывает кей-поп-среда и как дебют группы может стать скандальным без особых на то причин. Привет, вы на канале Брауни. Поставьте лайк этому видео и скорее подпишитесь на канал. Здесь у меня много интересного о кей-попе и не только. Поехали! Вы можете не соглашаться с тем, что внешность в кей-попе все-таки стоит превыше таланта и навыков, но, к сожалению, это действительно так. Да, безусловно, одновременно и красивые, и талантливые люди существуют, но если у тебя есть только талант, а под стандарт красоты ты не подходишь, в корейском шоу-бизнесе у тебя точно будут проблемы. Группа Piggy Dolls тому подтверждение. Название, конечно, еще то, свинокуклы, поросюшки. Звучит не очень, мягко говоря, но компанией это задумывалось как нечто милое или забавное. Да и концепт был положительный – нести бодипозитив и любовь к себе в массы. Группа дебютировала в 2011 году и состояла из трех девушек плюс сайз, которые попали в это трио благодаря своим сильным голосам. Участница Минсон пыталась пробиться на сцену годами, но несмотря на вокальный талант, все двери в индустрию были закрыты для нее. Две другие участницы, Джион и Джин, вовсе не ходили на прослушивание, так как, учитывая свои внешние данные, они даже не рассчитывали куда-то попасть. Но для директора компании Win & Insight главным критерием был талант артиста, а не его внешность. К сожалению, общественность не была с ним солидарна, и сразу же после дебюта на девушек посыпался шквал негатива и хейта. Они столкнулись с фатшеймингом, то есть осуждением за лишний вес. Людям было плевать на их вокал. Группу обвиняли в пропаганде нездорового образа жизни и ожирения. Вы только подумайте, насколько это лицемерно, в то время как общественность вынуждает айдолов сидеть на жестких диетах, чтобы быть худыми, порой нанося огромный вред своему здоровью. Девушки просто хотели петь и дать другим талантливым, но не подходящим под корейский стандарт красоты людям, надежду на то, что они тоже однажды смогут воплотить свою мечту. Пытались отшучиваться от злых шуток, но давление общества было сильнее. Уже к первому камбэку девушки сильно похудели. Минсон сбросила 25 килограмм, Джион 13, а Джин 14 килограмм. Но даже этого не было достаточно. Люди все еще называли девушек толстыми. К следующему камбэку группа претерпела еще большие изменения. Ее состав был полностью изменен. Интерес к Piggy Dolls потеряла даже та крошечная фан-база, которая у них была, и в итоге группа была расформирована в 2013. Что же касается девушек из первого состава, Минсон продолжает петь. А Джион и Джин решили больше не связываться с индустрией развлечений. Худоба – это не единственный параметр айдольской красоты. Участники, дебютировавшие весной этого года мужской группы We Are The One, столкнулись с жесткой критикой своего внешнего вида сразу после выхода промо-фотографии. Под корейские стандарты красоты парни не подходят. Вы можете спросить, а что же с ними не так? Я не знаю. Я бы поняла, если люди критиковали их песню или клип, который выглядит вторичным и не особо оригинальным. Но что же не так с их лицами? Негативных комментариев и жалоб было так много, что даже аккаунт группы в Твиттере был заблокирован. Кажется, для этой новой группы путь будет особенно тяжелым и, к сожалению, как мне кажется, коротким. Ведь малоизвестным группам из маленьких компаний, как их еще называют, нугу, и так тяжело пробиться. Прибавим хейт и неприятие с самого старта и... да. Стоит только пожелать парням крепкого ментального здоровья и моральных сил. Но можно же сделать пластическую операцию, разве нет?
Конечно, можно, ведь Южная Корея сейчас буквально является мировым центром пластической хирургии. Многие корейцы делают себе операции. Люди из разных стран едут в Корею, чтобы сделать качественную пластику. И хоть не так много корейских знаменитостей открыто говорят о пластике, все понимают, что многие айдолы и актеры прибегали к помощи хирургов, чтобы улучшить свою внешность. Получается, сделать пластику в Корее не зазорно. По логике должно быть так, но на практике все не так просто. Дебютировавшая в 2012 году группа Six Bombs состояла из участниц, которые открыто заявляли о своих пластических операциях. Пластика в принципе была концептом этой группы. В своих интервью девушки говорили, что в индустрии кей-поп им так или иначе приходится прибегать к определенным процедурам, ведь так как они являются айдолами, внешность – это первое, что замечают люди. Такая честность и концепт группы, построенный вокруг пластики, вызвали много негатива. Группу обвиняли в романтизации операций красоты, жестких диет и расстройств пищевого поведения. Все это является частью кей-поп-культуры, темной стороной, о которой не принято говорить, поэтому именно Six Bombs столкнулись с осуждением. Да, возможно, они и правда перестарались, восхваляя пластику в песнях, но по статистике более 60% корейских женщин делали себе те или иные операции. Получается, если ты некрасив и не вписываешься в стандарт, ты получишь хейт. Если ты сделал все, что мог, чтобы стать красивым и не скрываешь этого, ты получишь хейт. Что же случилось с Six Bombs? Долгий хиатус, смены состава и агентства и расформирование в мае 2021 года. Отойдем от темы внешности. Еще одна из проблем кей-поп-сообщества – отношения айдол плюс фанат и запреты на открытые романтические отношения айдолов с кем бы то ни было. Айдол должен быть свободен, никакое третье лицо не должно стоять между айдолом и фанатом, ведь многие поклонники относятся к своим кумирам с бешеной ревностью и чувством собственничества, а компании, заинтересованные в прибыли, которой от одержимых фанатов в разы больше, чем от простых слушателей, этой ситуации с радостью потакают. В кей-поп-фандоме будто уже укрепилось понятие, что артист всецело принадлежит фанатам. Все это и погубило проекты Cube Entertainment с участием Хёны, Troublemaker и Triple H. Troublemaker – дуэт, сформированный в 2011 году из уже популярной певицы Хёны, бывшей участницы групп 4Minute и Wonder Girls, и Хёнсына, бывшего участника группы Beast. Карьера дуэта была недолгой и скандальной. Возмущение поклонников вызывало все – хореография, пикантные фотосеты, выступления. Естественно, дуэт преследовали слухи об отношениях. В 2013 году чаша терпения фанатов переполнилась, когда Хёна и Хёнсын закончили свое выступление на премии «Мама» поцелуем в губы. После этого Troublemaker больше не выпускали музыку. В 2017 году Cube Entertainment снова сформировали проект с участием Хёны. На этот раз он включал в себя еще двоих участников из группы Pentagon – Идона и Хуи, и назывался Triple H. К сожалению, этот проект был не менее скандальным и тоже не прожил долго, так как Хёна и Дон подтвердили слухи об их отношениях, которые отрицала компания. Промоушен трио был отменен в тот же день, как и все последующие мероприятия группы. Сами же Хёна и Дон только из новостей узнали о том, что агентство разорвало контракты с ними, тем самым поставив жирную точку в проектах Triple H и Troublemaker. Не всегда хейт и осуждение исходят только от корейских нетизенов. Лана, она же Светлана Юдина, тому пример. Девушка с острова Сахалин стала первым сольным кей-поп-айдолом из России, дебютировав в 2019 году. Сразу же после дебюта Лана получила много негатива в свой адрес от западных кей-поп-фанатов, которые не только раскритиковали вокальные способности певицы, но и осуждали ее за то, что она, являясь белой русской девушкой, занимает чужое место в корейском шоу-бизнесе, злоупотребляя так называемыми белыми привилегиями. Несмотря на то, что Лана свободно говорит по-корейски, училась в Корее, как все айдолы, проходила стажировку перед дебютом и внешне не слишком выделяется на фоне других айдолов, люди продолжали хейтить ее, обвинять в злоупотреблении фотошопом или пластической операцией, с помощью которых певица якобы делала себя более похожей на азиатку, и называть ее Кореабу.
После того, как Лана стала участницей китайского шоу Produce Camp 2020, этот хейт только усилился. И несмотря на то, что корейские и китайские зрители не имели ничего против Ланы, поток негатива было уже не остановить. Певицу называли колонизаторшей, отказываясь принимать во внимание ее татаро-башкирские корни, и желали ей проигрыша. В шоу Produce Camp Лана заняла 22 место. Одна ошибка, и ты ошибся. Или как одно неудачное выступление может стать концом карьеры артиста и даже сломать ему жизнь. Ори, певица, чье дебютное выступление на Music Bank в 2009 году было первым и последним для нее и до сих пор считается самым худшим дебютом в истории кей-попа. Было ли оно таким плохим? Да, было. У Ори возникли проблемы с микрофоном. Ее вокал был нестабильным, она много фальшивила и в целом на сцене выглядела очень зажатой и напуганной. И я подозреваю, что такой она и была, ведь на тот момент ей было всего лишь 14. Многие комментаторы справедливо винили компанию в том, что те выпустили девушку на сцену слишком рано, ведь ей явно не хватало опыта и она была слишком молодой. Люди называли волнение недостаточной причиной для того, чтобы оправдать плохое выступление. Я, кстати, с ними не совсем согласна, потому что сколько бы ты ни готовился и не тренировался, нервная система может очень сильно тебя подвести. Также возникло множество слухов о том, что Ори попала на сцену благодаря родственным связям. Большая часть негатива также касалась ее внешности. Девушку обзывали гадким утенком, ведь Ори с корейского переводится как утка. После выступления, получив шквал негатива, Ори сразу же покинула компанию и индустрию развлечений. Она даже пыталась наложить на себя руки, еще много лет испытывала стресс и боролась с депрессией, оставив свою мечту стать певицей навсегда. Возможно, ее второе выступление было бы значительно лучше первого, но мы уже никогда об этом не узнаем. Хочется сказать только одно – будьте чуть добрее, критикуя, критикуйте по делу, обсуждайте без оскорблений и не переходите на личности. Если бы кей-поп-культура была менее токсичной, у всех этих и многих других артистов все могло бы сложиться иначе. Как вы думаете? Лично я хочу, чтобы кей-поп стал более открытым, свободным для артистов, чтобы стандарты красоты и жесткие требования чуть меньше давили на людей, хоть они и имеют место быть. А может, отчасти благодаря им кей-поп и остается кей-попом? Обязательно пишите комментарии, а у меня на этом все. Мы с вами прощаемся до следующего видео. Пока-пока!